На спорткомплексе «Шериф» возобновили работу массажные и спа-кабинеты, мини-сауны, фитобочки. Сертификаты на процедуры, которые из-за карантина были заморожены, снова действуют. Эти сертификаты будут сейчас продлеваться срок, ни у кого не пропадет, не переживайте, мы всех примем, всех будем рады видеть. И также согласовывать с дежурным медработником, звоните, записывайтесь, и все сертификаты мы закончим, проведем. Кроме массажа уже проводят и другие процедуры – спа, кедровые бочки, мини-сауны, инфракрасные кабинки и обертывание. Запись по номеру в Тирасполе 6-38-83. В кабинете массажа уже есть первые посетители. Администрация бассейна просит всех приходить в масках. После каждого клиента у нас будет обработка, кварцевание, дезинфекторы, у нас все есть. Массажеры, которые мы будем использовать, мы тоже обрабатываем. Завтра на спорткомплексе открывается и тренажерный зал, раздевалки и души будут работать, но график работы теперь с 8 утра до 9 вечера. В тренажерный зал тоже нужно записываться заранее.